2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. Невозможно переоценить значимость грамотного наставничества, особенно в тот момент, когда происходит нравственное становление человека. Стать наставником для обычного подростка, которым был когда-то каждый из нас, более-менее понятный путь. Но если развитие ребенка особенное, намного сложнее помогать, когда не знаешь как. Такой нелегкий, но необходимый труд выбрали педагоги Елатомского детского дома-интерната. Здесь воспитывается 70 мальчиков и девочек с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Вопреки болезням, воспитанники детского дома-интерната занимаются адаптивным спортом, играют на музыкальных инструментах, общаются на языке жестов и символов макатон, так как не владеют звучащей речью, за исключением одного – Ильдара Баканова. Громкими аплодисментами встречаем воспитанников и наставников Елатомского детского дома-интерната. Благодарность и оружие.